Сегодня в Саратовской областной думе прошел большой комитетский день. Депутаты рассматривали вопросы, которые должны оказаться в повестке очередного заседания 22 июля. Комитет по бюджету рекомендовал вынести на него изменения в структуру региональной казны. На вопросы парламентариев отвечали представители правительственных министерств и комитетов. Уважаемые коллеги, в повестке дня первый вопрос у нас, значит, внесение изменений в закон Саратовской области об областном бюджете на 2020 год, плановый период, 2021 год, на этот раз у нас 2021 год касается. Мы вчера очень подробно рассмотрели на рабочей группе этот законопроект, еще не видно. Я смею предложить коллегам не выслушивать сегодня доклад первого заместителя министра финансов, а сразу перейти к вопросам. Скажите, пожалуйста, вот вопрос по многострадальному колледжу искусства. Почему аренда стоимости была 1 900 000 изначально, а сейчас уже достигла 2,5 миллиона? С чем связано такое увеличение стоимости ежемесячной арендной платы? Я не думаю, что вы не в курсе, почему 600 тысяч переплачивают. Собственник поднял арендную плату, но мы знаем, что там у нас происходит и уборка, и охрана, и все эти средства, которые мы не несем своей ответственности, он несет это все время на себя. Из-за этого он повысил эти цены. А как же до этого он нес все это время за 1 900 000, а потом вдруг он на 600 тысяч поднял? Как-то время его слишком сильно поражало. А он нам раз здесь рассказывал о заботе о детях, о будущем. Говорил о том, как он вообще переживает все. Просто очень скорбно, что он переживает, а как оказывается, Министерство культуры не особо переживает. Мы больше всего, наверное, переживаем. Да, но мы только случайно узнаем из закрытых источников, что такая вакханалия происходит. Что из бюджета, который и так он скоро будет как тряпка рваная, такие огромные деньги. Не понадобится выражение. Нет, ну в конце концов, насколько это допустимо? Мы в прошлый раз разбирались. У нас под прикрытием того, что нам разрешили, как сказали, пока депутаты не решат, мы его не купим. Да, вы его не купите, вы на аренде столько отобьете, что он золотым станет, этот колледж. Просто насколько это может продолжаться? Да, сейчас надо поставить у него, 600 тысяч ежемесячно мы переплачиваем, потому что собственник захотел. Там мало того, там вообще нужно разбираться касаемо того, что почему перезаключают договор каждые 3 месяца. Они не выходили на конкурс и не выбирали здание. Будет крайне странно, на самом деле здесь вообще нужно поставить вопрос о том, что насколько Министерство культуры профессионально подходит к исполнению бюджета, раз таким образом распоряжаясь деньгами, народными деньгами, деньгами народоплательщиков. Скажите, пожалуйста, на строительство южного автомобильного обхода с мостовым переходом через воду сейчас выделяется 100 миллионов рублей. А какова будет общая стоимость, сметная стоимость этого моста, какая его протяженность, а какие в ближайшее время еще затраты идут бюджет Саратовской области? Общая стоимость порядка 60 миллиардов рублей. Окончательно она определится после того, как уточнится, когда будут все проектные решения, все проектные работы сделаны. А южный обход вместе с мостом – это порядка 20 километров вместе с мостом. Земли уже отведены? И нет, ты вот тут где-то. В рамках вот этих денег у нас будут проводиться инженерные изыскания, топографы, геодезические, инженерные, геологические, гидрометеорологические, экологические работы. То есть окончательное решение о том, где конкретно будет проходить эта трасса, будет в проектном. А кто из них сидящих доживется проект по южному обходу? Я думаю, что большинство даже... Также на заседание бюджетного комитета вынесли очередной пакет мер по поддержке бизнеса. Уже четвертый за время коронакризиса. И мы предлагаем расширить перечень приоритетов деятельности, которые установлены пониженной ставкой 0,1% вместо 0,2%, добавив деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. И второй момент. Мы уточняем условия для резидентов ПАСЭР в части предоставления льгот по налоговому имуществу, не только вновь создаваемые, но и приобретаемые в процессе реализации инвестиционного проекта в течение 5 лет с даты установки его на бухгалтерский учет. Просим вас поддержать данный законопроект. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, депутат. Мы со счета сбились, какой по счету пакет на поддержке. Четвертый. Третий, четвертый.
и работа в этом направлении неизвестно продолжается. Достаточно ли вот инициатив, которые исходят от правительства Саратовской области и для отдельных депутатов в части поддержки туризма? Потому что мне дополнительно известно, что деятельность туристическую осуществляет, ну, прежде всего, индивидуальные предприниматели, физические лица. Они расположены в черте крупных наших городов, это Саратов, Ленинск, Балаково. И те нормы, которые сегодня вот, мы принимали, просто не распространяются в этих субъектах. Вот, здесь достаточно ли роли городских депутатов, которые, с моей стороны, точки зрения, должны синхронизировать свои действия для того, чтобы мы могли оказать полномерную комплексную меру поддержки, потому что, ну, понятно, что какой-то база, кто-то сдает в аренду, кто-то там торговую деятельность осуществляет, кто-то развлекательные какие-то услуги. Вот мы, с одной стороны, ну, сказать, где-то оказываем поддержку, а сказать, полностью не охватываем всю вот эту отрасль туристическую. Тем более, что она стоит у нас в приоритеты, приоритеты, и губернатор прилагает усилия к тому, чтобы, значит, развивать у нас туризм. А мы здесь какое-то такое однобокое, однобокую помощь. Как вам синхронизировать с городскими депутатами эту работу? Вся деятельность уходит исключительно на перепалки там, в телеграм-каналах и, значит, ожидание помощи и субсидий. Здесь я считаю, что нужно, сказать, более активное участие в этом. Может, министерство они послушают, если они от нас так болезненно воспринимают. Но я хотела бы отметить, что действительно туристическая отрасль является одной из наиболее пострадавших в рамках вводимых ограничений. Совместно с вами мы приняли пакет законов, предусматривающих снижение по упрощенной системе налогообложения, освобождение от налога на имущество на весь год, по патентной системе возможность снижения. Также в случае, если это предоставление в аренду, у нас соответствующий год налогового имущества для арендодателей. Но, безусловно, необходимо рассматривать тех субъектов, кто использует пока действующую систему ЕГД. Здесь, конечно, необходимо подключаться на муниципальные органы власти, наверное, взаимодействие с комитетом по туризму, мы готовы принять это участие. Давайте совместными усилиями как-то объединимся, потому что мы, вы помните, как с ЕГД? Карантин кончился, пандемия уже, а мы все не можем помочь пострадавшим.